все на сайте lafradio.ru. Я этого тебе желаю. Поделись с нами. Да вообще, по миллиарду так. А что тут пишут? Давайте про артистку Стейси расскажите. Пишут, что вы создали свой лейбл, и там Стейси артист. Ничего про это не знаю и хочу от вас узнать. Это мне написали в Твиттере. Ну, интернет работает правильно, корректно. Хотя мы еще официально, в общем-то, информацию нигде так... В микрофон, важные вещи, говорите в микрофон, да, подсказывайте. Официальную себе. Информацию мы еще нигде не публиковали. Значит, это Стейси написала? Нет. Стейси Фергюсон, солистка группы... Почти что. На самом деле все проще. Действительно, мы сделали свой лейбл, который называется Шумрум. Стейси в миру Настя. Она... Как все прозаично. Да. Вот. И она на самом деле не из Финляндии. На самом деле легко запомнить зато. Вот, она действительно артистка. Первая на нашем лейбле, пока единственная. Она из Латвии. Она из Латвии? Да. Она из Латвии. В скором времени, в общем-то, вы услышите плоды нашей совместной творческой деятельности. Уже снят клип, уже есть несколько песен. Ну, в общем, не будем забегать вперед, скоро все услышим. Ну, а набор ведете новых артистов или вам Стейси пока она все проедет? Естественно, всю Россию, да. И... мы всегда рады услышать демо талантливых исполнителей, вот особенно тех, кто является еще и автором и, может быть, даже аранжировщиком. Но также, конечно, рассмотрим и заявки от просто тех, кто обладает какими-то необычными голосовыми данными. Необычными голосовыми связками. Присылайте, друзья. Да, необычным кобяком. Василий. Коллекцию кобяков.